Что говорить надо? Привет, я знаю, Степа. Короче, сегодня мы... Куда мы выезжаем? В Зёльден, Австрия. В Зёльден выезжаем, да. Сейчас 7 утра. Я сейчас и забыл. Часов нет, нету, да. Часов нет, да. Ну, короче, будем снимать. Да. Что, давай покажем, что в багажнике. Покажем, что в багажнике. У нас в багажнике, ну что, сноуборд, шлемы, боты и рюкзаки. И все. Да. Что, погнали? Все, да, садимся и поехали. Остановочку возле Гармиша. Отличная погода сегодня. Вот такие вот в Германии паркинги. Чистенько все, скамеечки, урны. Большинство людей едут кататься на Цугшпице, и пробка в несколько километров. Да, вот так вот мы стоим здесь. Приехали в Зефельд, известный олимпийский горнолыжный курорт. Здесь проходят олимпийские и летние игры, и зимние. Но нету каких-то таких мега сложных трасс. Практически все для новичков, либо зеленые, либо синие. Ну и очень много здесь людей, отелей много. Поэтому мы сюда не поедем. Да, тут для новичков... Не наш левел. О, да. Еще и музыка. Здесь бы домик, да? Да, здесь, конечно, очень красиво. Экспортируют или импортируют снег в Австрии? Где-то нехватка, наверное, снега. Ух, смотри, он вершин. Ага. Короче, приехали мы в Зёльден. Погода отличная. Даже жарковато, да? Угу. А вот смотри, уже кто-то выкатывается даже вниз. Да. Уже люди катают тут сейчас. Много человек еле нашли парковку. Все забито. Нашли уже на самом выезде с города. Практически везде написано, что для гостей отелей, те, которые публичные парковки, все уже заняты были.
Ну, в итоге повезло, что нашли хоть что-то, да? Ну да. Ну. И бамс, они закрылись. Да. Погнали. Поперли. Тут не прикольно, если доска грохнется. Да. Улетит, если да, туда. Лучше не искать потом. Прикинь, если она грохнется кому-нибудь на машину. Кто еще в новости? Да, это самый высокогорный... Один из самых высокогорных. Самый. Ну, на этом курорте три вершины, которые выше 3000 метров. Ага. Единственный в Австрии. Общая протяженность, говорят, около 144 километров. Километров трассы. Трасса. А вот лыжники уже катаются здесь. Да, ну, тут удовольствия немного. Вот тут там вот, там где-нибудь. Я смотрю, мы в кабинке такие одни, а там люди по 8 человек в кабинках. А перед нами тоже были все там понемножку садились. Yeah. Да, просто спроса не особо было. Может, какое-то семейство. Да они просто глянули, что ты едешь, и решили не садиться. Ты типа, блин, маленький. Ну ладно, мы едем, значит. Ох, нихера себе, смотри. Там еще есть. Да-да-да. Дальше. Интересно, мы туда, на самый-самый верх? Не-не, мы... хрен его знает. Но я хочу туда. Я так понял, здесь еще дополнительная пересадка. Ага. Те, которые доезжают до сюда, могут потом пересесть. Ну, однозначно. Я хочу сказать, что здесь кто-то ходит, я так понимаю. Перила эти неспроста. Горные козлы. Перила себе сделали. Вот прикольно, здесь с тропинчиками тоже можно катнуть. Кто-то катается, походу. Ну, однозначно. Я бы даже сюда, наверное, сегодня и не поехал, потому что тут прям выкатано. На самой вершине находимся около 3300 метров здесь. Да, вид, конечно, вообще тут бомбический просто. Так, вот такой Defender. Не делай мне сердечный приступ. Вот такой тут Defender стоит на вершине. Жишь. Резины протектор. Интересно, сколько? Сантиметров. 4 сантиметра. Проходит пару сезонов еще, да? Да-да-да. Нормально.
Все, спускаемся. Погнали, я просто хочу... Погнали. А? Я думаю, нет. Ну что, поехали вниз? Поехали вниз. Да, да, записываю. Чё там, куда дальше? Туда? Я думаю, туда. Ко мне. Поехали дальше. Надо. Это дядя Сережа. Дядя Сережа, привет. С двух камер сразу, да? Да. Я просто хочу понять, когда не видно. А, не, руку не видно. Горы нормальные. Поехали, попробуем. Thank you.
едем уже назад. GoPro села, снимаю с телефонов. Вид, конечно, вообще обалденный.